Правила модных бровей в 2021-2022 году. В этом году стоит забыть о бровях-ниточках. Конечно, подобное явление было популярным в 20-х годах 20 века. Но сейчас в моде под Брежнева. Это не значит, что вам придется забыть о пинцете и вообще никак не ухаживать за бровками. Как сделать модные женские брови 2021-2022 в домашних условиях? Инструкция, фото модных форм бровей. Для начала определитесь с типом бровей. Хотите выглядеть как молодая девчонка? При этом у вас не высокий рост и стройная фигура. В таком случае отрастите себе брови. Для этого на 1-3 недели забудьте о пинцете для бровей. Необходимо, чтобы область над глазами полностью заросла. Теперь при помощи пинцета удалите волоски, которые сильно выбиваются из общей картины. Не нужно удалять волосы под основной линией. Выщипайте только у переносицы и в области над верхним веком. Только те волоски, которые максимально близко расположены к веку. Если природа вас не наградила широкими бровями, не расстраивайтесь. Вы можете их сделать густыми и модными при помощи макияжа или ухаживающих средств. Регулярно перед сном смазывайте волоски касторовым маслом. Иногда используйте жирный крем. Как модно красить женские брови в 2021-2022 году? Для окрашивания бровей выберите подходящую краску. Имейте в виду, не стоит использовать для окрашивания краску, которую вы применяли для волос. Это безвкусица. В этом сезоне так делать нельзя. Порядок окрашивания. Выберите краску. Если у вас темные волосы, выберите краску на тон светлее. Если вы блондинка, краска нужна на тон темнее, нанесите под бровь жирный крем. Прорисуйте белым карандашом границы, нанесите ватной палочкой красящий состав. Уберите излишки влажной ваты и оставьте на 15-30 минут, только после окрашивания приступайте к коррекции. Так, вы увидите мелкие волоски, которые станут темнее или светлее. Моден ли татуаж и как сделать модный татуаж бровей в 2021-2022 году? В этом году от татуажа стоит отказаться. Дело в том, что татуаж смотрится неестественно, соответственно вы будете не в тренде. Кроме того, не все мастера хорошо выполняют процедуру. Но что делать, если брови очень светлые и редкие? В таком случае придется потрудиться. Перед сном смазывайте волоски касторовым маслом и выщипывайте волосы пару месяцев, когда брови достаточно зарастут, нарисуйте темным карандашом контур, так как вы хотите сделать, воспользуйтесь хной для окрашивания на 2 тона темнее и откорректируйте форму после окрашивания. Модный макияж женских бровей в 2021-2022 году. Правило. Сейчас на пике популярности макияж в стиле нюд. Это макияж, подчеркивающий естественность. Но при этом лицо должно быть идеально гладким, а все линии плавными и выразительными. То есть необходимо создать макияж, но без наложения тонны косметики. Это достаточно сложно. Если вы решили создать образ в стиле нюд, то брови должны быть правильными и естественными. Мода ли в 2021-2022 году широкие женские брови? Да и еще раз да. В этом году все актрисы отказались от четких линий и сделали бровки естественными. Только не нужно наносить на брови тонны косметики и пытаться из ниточек сделать скаус. Оставьте их в покое на некоторое время. Смазывайте стимулятором роста. Потом просто приведите их в аккуратное состояние. Если хотите сделать бровь слегка изогнутой или приподнятой, то просто зачешите волоски вверх до линии преломления самой высокой точки, а потом расчешите вниз. Так вы получите изгиб без пинцетов и карандаша. При необходимости дорисуйте недостающие штрихи карандашом. Модно ли выщипывать брови девушкам и женщинам в 2021-2022 году? Полностью отказываться от использования пинцета не стоит. Но корректируйте только ту часть, которая приближена к переносице. Уберите лишь те волоски, которые выбиваются из общей массы. Чтобы правильно выщипать брови, воспользуйтесь инструкцией, возьмите белый карандаш и нарисуйте контуры будущей брови теперь. Определите головку, вершину и хвостик сверху, тщательно проведите линию, удалив лишние волоски. Линия над бровью не должна содержать лишних волос, при помощи пинцета удалите лишнее снизу. Здесь главное не переусердствовать. Внизу нет необходимости удалять волосы до получения ровной линии, зачешите головку вверх и состригите лишние волосы на 2 мм выше. Линии как сделать модные женские брови в 2021-2022 году, советы.
В этом году девушкам с шикарными широкими бровками не придется прикладывать много усилий, чтобы выглядеть хорошо. Теперь нет необходимости использовать восковые полоски и шугаринг для получения идеально ровной линии. Позвольте вашим бровям расти так, как им хочется, лишь слегка корректируйте форму и время от времени окрашивайте волоски регулярно. Пользуйтесь гелем и причесывайте при необходимости, пользуйтесь тенями и красками, как видите, ухаживать за бровями в 2021-2022 году несложно. Трудности возникнут у женщин, которые привыкли к ниточкам. Теперь, чтобы выглядеть стильно, придется отрастить брови.